Там походу начальник приехал. Бежит. Интересно, такой пока был пацанка, вот увидел, хоп, смотрю, танк такой убежал куда-то. Ебать, комары напали. Тут на космополита. Вот на таких пачках у кота. Ну, если прокает, конечно, размах. Ясность. На артстайла, ну, наверное. Я вижу, там 21к. Ну, на прокола. Ну. Этого пидора зергаем с пула, а потом уже хуй забиваем. Бьем босса. Сначала крестик. Ой, сначала крик, крик. Крик, обновите. Да обновили. Че, пуляем? Сейчас чек. Все готовы, давай, на счет 3. Через череп. Раз, два, три. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красиво. Что, герл сдают, да? Да. Хуйню. Да похуй, не хил, если есть хила, то короче расковывать. У меня гарга по 7400 критует. Через босса сильнее старайтесь играть. Арстайла уешь. Я вообще не уешь. Тут можно бичей вызвать или нет? Вызывал. Надо все уешь, да? А уешить можете начинать, когда много трэша. Так, как это складывают, начинают. Пока да они, они не грызут, поверь. Я вот один проказ сейчас дам. 24 цели. Все, ну, этого хватит. Ну все, стой, чиль. Можешь шину поменять пока. Да? Ну все, я понял, давайте. Зря ты сказал, он сейчас уйдет, блядь, на 3 часа. Ну. Надо снять.
30 секунд до шину. Экзамен, ебать. Им кондер не упал, они только что капот убили. Мы тоже убиваем его. Мы сейчас бьем. Я, блядь, смотрю. Опять меня взял, да заебал, убил. Мобов вообще мало. Мало мобов? Угу. Да не умирают, блядь. Дебисер стал дамаж. Ну, двадцатку почти, да? 19. Рестокен. Без двух. Ему ну, Арсел три с токеном. Ну я слышу. Чисто в босса. Один токен. Один токен ты уже замаялся, да, ведь? Ты же у нас пал. Да, замаялся. Кондёр. Хуй. Хуёр. Понятно. Кондёра нет. Отдыхать. А ты чё, гудак бисовый для Павла, нет? Видимо, лимит кондёров кончился на сервере. Я вчера на САУ выбил, я вообще охуел. Ну да, на САУ заебись тоже, в тот раз же. Сова была здесь с нами. У неё ДПС там что-то на 1К вырос аж. Ну, короче, с нами ходил, выбил кондёр, и он на косарь вырос ДПС. Ну да, на косарь ДПС вырос. Просто на косарь за одну трини, это ебать как дохуя. Угу, дохуя, это пиздец как дохуя. Даже карта дает 600 ДПС. Да потому что кондёр он 245 по факту. О, чё, пробежит? Да не, они сагрятся. Давайте, разъёбы. Статом он 245. Боешки сегодня тоже, ну, сыпятся нормально. Нет, не боюсь. Ну, не боя. Боб. Или как оно, блядь? Готовимся. Осторожно, не спульте. Сейчас он близко будет проходить. Сейчас. Женек, подходи. Смотри, не на КД. Сейчас он пойдет в ту сторону подальше от нас. Будем заходить. Сейчас. Понятно, а, все, вот он далеко. Заходим. Заходим аккуратненько. Что, залетаю? Все, залетай в центр, ставь. На сбитии каста он, можешь водить его, когда собьет. У меня все на КД. Похуй, ебашим. Ну, похуй, прям здесь бьем. Я пока. В центре его, бейте, центрируй. Пожалуйста. В центре его переставь. Я следующий собью сейчас шар огненный. Сейчас это собью хуйню. А, нет, нельзя сбивать. Имейте в виду, он неровно в центре стоит, он может кого-то достать. Не двигайся. Венец, венец, не двигаться. Сейчас венец пройдет, немножко переставлю его. А через сколько контент 25-ок выйдет? Через недели две. А, ну блядь, это вообще быстро. Вашка, давай косты сбивай тоже. Чтобы он меньше маны потратил. У меня меткости хватает. Ну как хватает? Да, да, да. Типа промах, ничего страшного. Да, тут я вливаюсь, конечно. Насколько хватает, я сбил сейчас, у меня сейчас КД. Старайтесь сбивать, потому что на 20% он призовет в овцу всех прилетит, будет пить. Одновременно с Винцом это вайп. И с Элимами тоже опасно. Элима 2 за контроль, это 2 свободных стаунтушности. Не двигаемся. Не,
Да, да нет. Вот, сейчас прям перед ебалом написано, не двигайтесь. В прошлый раз не было. Сейчас собью. Нет, охуя, надо чем-нибудь одевать на меткой, чтобы стрелять. Нет, не надо. Да у меня все равно за хилов с друидом хватает, если, допустим, а ну хотя сейчас с этой хуйней. Сейчас собью. Беги, малыш, бежим. Сбил. Чё, где раз... О, нихуя. А, Эли мы появились. Осторожно. Да, забаньте их, пожалуйста. Меня пиздец. Ушел в тень. Сейчас потихо буду забирать их. Потихо себя. Забирай, ага. Что смогу, заберу. Себя хилы хилим, не проебывайте. Арсалис, что флешкой помоги. А то могут кого-то захуярить. Беги, малышка, беги! Ой, ебать, все зеленку прошли. Не очковать. Ах ты, ну нахуй. Я успел, ебать. Ой, ебать, успел на. Шаману Индер дайте. То шамана сложили. Ставь тотем. Блять, мне каз сбили. Я прожался, фул. Читаю на ману. Там водные петухи сно почти все меня бьют. Лучше на себя время. Исчезли. Да там вот один стоял где-то на подступе, не могу его сдавать, тут уже убежал. Да, похуй. Я его таунчу, таунчу, не таунчится почему-то оттуда. В принципе, не нажимается кнопка таунч. Не двигаемся. И когда умрет, тоже не двигаемся. Не двигаемся. А то были вайпы. Не лутать, ничего не трогать. Убрали луки от клавиатуры. Ничего не делаем. Стоим, ждем. Кто-то залутал. Кубики вот нажимать можно. Левая рука. Жезл. Блять, обе левые, ну, по факту. Хэнды, блядь. Кончился там, нет? Вроде кончился. Пошли. Да, да, кончился. Побежали дальше. Малак, нахуй тебе это надо? У тебя, да, и так все заебись. Для коллекции, скажи. Ну, блять. А, мы же сейчас это на гнев. Что я, блядь, накидал? Да не, мне это похуй, малак, я так просто. Доебаться решил, беспонтовый. А чё мы на шахматы зайдем с ЗОДшками? Зайдем, зайдем. За какой ОДшкой? Ну, на шахматы ходы забрать. Это дай крик, и это, как его? Каску ПП это можно? Когда поближе подходишь, все похоже, всех работает. Там он предлагает костер, пацаны.
Ну надо. Блять, забыл, что здесь эти пиздюки. По одному зергаем быстро. Давайте дотащим его. Да нихуя от его, блядь. Ну не там, ты беги быстрее. Осторожно, там не сагрите с края. Так, пойдет. Че там, блядь, гомункул нахуй кидается? Стану ему сразу. У кого там полифония, блядь? Шинка? Второго раза. Ну нахуя второго? Это задел, вот то, что стоял. Разъебаем быстрее. Крик, обновите. Ладно, это как бы да, это похуй, у нас дамага пиздец. Блядь. Обновите крик. Крик. Че, ауга на зеленом, да? Почему не на красном? А, блядь, точно. Женек на зеленом. Нет. Я хочу на синюю. Женек я на бы синий. Малага, блять, хотя, ну да, женек. Женек на синий, и смотри, реакцию подключай, лужу под ноги перса смотри, увидишь лужу зеленка и выходишь. Я это пошутил про синий. В смысле пошутил, блять? Ну, у меня что-то там большой дамаг, я думаю, надо лока поставить на синий. Лок тряпка сдыхать будет. Ладно, похуй 3 БР. Это, стоишь на зеленом, женек. Че, все, все готовы, пошли. Сейчас, подожди, чекнем. Нет, у меня крика нет. А что, рыбку можно? Да без рыбки, блять. Крики, всю хуйню быстрее. Тут нехуй хилить, если честно. Давайте. Этот самый Малак. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Давай, Гера. Да, за гроз следите только. Так, первая была. Ты стаки говори красный. Количество. Да, хорошо, 23 уже. 45 будет, скажешь. Да. Побежи. Ты последний побежишь, у тебя рывок. Знаю. 38. 42. Малага оверхил, да? 4 побежали. Побежали все, быстрее. Ну, под нос сожжу. Чё за хуйня? Босса-то не надо было вести. Не понял, у меня под зеленым койлы, что ли, бесплатные?
Это значит резать будет космополит. Побежишь, пореснешь. На синий. А что за хуйня? Почему он сложил это? Ну сдох. Надо уверить. Мы рано побежали, поэтому он сдох. Малак попозже, значит, побежишь. На 45. Давай. Смотрим. Я на синий стану. Космополит рез, а Малак пойдешь сменить. Босса, ты будешь к стене вести сюда, или что ты хочешь? Да я сейчас к той стене отведу его обратно. Да где зелен? Блять, вот он. Да хули делать, он как бы сюда ближе стоит. Короче, войды хилим пока. Хан, блять. Сорок пять, побежали. 49. Бежали. А чё, ставим, может, буду? Я вот подставил, тоже бегать можно. Сейчас... Малак, я тебе дал баф, и сейчас станешь на синий. Рик обновишь? Ага, заебись. СС у тебя есть, кстати? Ну давай на синий. На перебежке на Эладу дашь. Под ноги внимательно смотрим. Женек, 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 Женек. Тут было не было. Шаман. Да. Что-то там у ребят проблема в первом райде. А рано убить не можешь. На синий быстренько, кто рядом стоит. 41. Все, бей по карте. 44. 45. Готовимся, побежали. Потихоньку. Только босса не двигай. Побежали. Блять. Удали БР, да? Ладно, когда босс уже сюда пойдет, встанешь тогда. Да успеешь. Сейчас он побежит и встанешь. Так, это дал и Лада. Тогда СС дашь, наверное, нечаянно. Когда прибежишь сюда. Сейчас на синий я встану. Пока что. Дашь сейчас на пула. Давай, вставай, беги сюда. СС на нечаянно. Отойдите от синего. Первое. Войду оверхилим, щиток дай мне. Вторая была лужа. Я не, да, была. Давай, Арстал, каплю на меня. Третья. А, все, не надо. Не давай. Так, готовимся. 40. 42. Давайте, надо съебывать сейчас. По съебам. Аспект включи. Ну, включал. Чё там? Эта перебежка еще потом одна будет, да? Походу. Беса 3 минуты. Малак на синий. Опять дал тебе баф. Встанешь еще подамажишь. Могу сделать для тех, кто умирал. А где зеленый? Зеленый в центре.
Ну, для Малага, в принципе, Геру чего нет. Зеленый, алло, алло, блядь, быстро. Сука. Зеленый, зеленый. Вы что, обкурились, блядь? Быстро на зеленый, кто там, Женек, нахуй, или кто? Встал, блядь. Да, ну, я не вижу его сейчас. Хули не видишь, в центре не видишь, блядь, у телескопа. Глаза разуваем, блядь. Диок, что, он на меня не вешается, у меня хуйня появилась. Хуйня. Ну все, ваш проебал. Ну, на кота повесьте его. Отойди, что, чтобы в спину Женьку хуярило, блядь. Че вы, блядь? Как будто вы хуйни какой-то накурились, блядь. А, дебаф? Да, ну кот пускай закроет. 42, все, готовимся. 43. Сейчас последняя 44, перебежка и будем добивать. 46. Готовимся бежать уже. Объясняю, Женек. Когда мы сюда бежим, торгуем ебалом, босс когда размораживается и начинает бежать сюда, смотришь, где появились ебаные порталы, блять. Свой цвет смотришь, встаешь на одной линии между центром модельки босса и центром портала. Ты должен стоять, чтобы луч был в тебя. Вот и все. Сейчас босс придется, спокойно добьем. Один раз я что-то пропустил. Дебаф почему-то на мне повесился. Да, это и просто сейчас... передрачиваете луч, поэтому дебаф вешается. Синий в целом. На мне дебаф висит. Я не могу взять, на мне дебаф. Значит, кто-то другой возьмет. Ёбаный. Добиваем уже. Зеленый. Заберите луч нахуй с босса. Он захилится сейчас. Да, он зеленый кто-то подхватил, блядь, уже. Пиздец, ребята, нахуй. Женек обкурился, блядь. Ну, что-то, блядь. Нормально же все было с ним. Ты че, Женек, ёба? Ёба, ты че? Че, жигбэс. Ой, меч на трансмог, ауги на. Трансмог, идите на шахматы. Вообще, давайте лут чекнем с шахмат. Кому там что надо, может, пропустим нахуй и пойдем выпить потом. Я тоже так думаю. Давайте Малча уже быстрее завалим. Пошли на Малча сразу, на Малча идем тогда. Быстренько. Где мой нахуй? Может, отстал 104. Женек, блять, нахуй. Ёба, пушка. Мне на танках. Мне тоже. Под трансмогом, Женек. Один. Давай, гони сюда, нахуй. Так у тебя 239. Она говно. Она, да? Видишь, как-то. Хорошо, сейчас отдам. Спиздили, да? Художественный, ну, фильм спиздили. Пуху у Женька. Да я ебал идти того этого мирового босса убивать ради этой пушки. Что за мировой босс? Ну, с этого падает, для какого нахуй, пидора. Который за пределе стоит, в Алдоре. И что, с него падает что-то? Да, такая же пушка, трансмог. Чинимся, не забывай. А тебя ради трансмога, что ли? Да не только. Сейчас я ее одену. Да. Так, Малак, давай на СС ебанешь. Чтобы если на Малч он сдох, был. Да, блядь, чё обмен-то не дается? Ну, станет пока КДБР. Блять. Не дрочи, я сам тебе обмен дам. Давайте резче, блядь. С этой хуетой, блядь. Идите на мобов. Потом передадите, блядь. Не дрочитесь с этой хуйней, идите хуярить. А что там падает шахмат, я даже не знаю. Ну чек не в Атлас Луте. А у меня нету в Атлас Луте шахмат, блядь. Как нету, блядь? Ну хуй знает. Опера, смотритель, копыта, тень, гнев пустоты, молчазар, все. Сапоги танковские падают. На ДД есть что? Латное или кольцо? Нихуя нет, да? Кольцо есть. А, нет, нету, пизжу. Шея есть. Давайте ебашим уже, блядь. Меч танковский есть. Хуйта, не шея. Выйдите из-под ебала, сука, ебана рот. Блять, вы какие-то невменяемые, нахуй. Вы что, обкурились, как Женек? Не стойте под ебалом у этих мобов, блять.
встал артстайл один, хуй с ним. Встали все хилы, блять. Совы нахуй. Блять, вы ебанулись. Ну нахуя? Пацаны, чё с лицом? Чё с лицом, блять? Ну ты встал, ебало. Остальные-то почему получали дамаг? Лада, нечаянно, каким образом? Наплыл всего 3 секунды, но за эти 3 секунды не даст столько огро, чтобы вы могли вхуяривать. Ага, а у Малага будет что-то ебашь. Вставай. Дрёва, здесь в ДДшников встанешь в каком-то тельце. На древе. Чё? Есть ДДшник спек. Зачем? Есть, ну есть. Ну нахуй нам, нафиг нам здесь в 2 кило. Есть у него. 4 есть. Сейчас 2 кота будут разъёбывать. Соревнования котов, блядь. Забег нахуй. Сколько ставишь? Жопу ставишь? Да, жоп. Мы ж быстро космополита за голду нахуй говорим. Проебать. Все, подходим, ману резаем сейчас быстренько. Это, напомни тактику, пожалуйста. Тактика, бегаешь. Как-то в бок отбегать там что-то. Сидишь за своим хп, да. Треугольник тебе покажет, как бегать. Треугольник? Я бы не доверял, треугольник. Трусы, так, которые зеленые. Короче, это, я щитки на вас никакие не буду кидать, так что бегаете все. Если в двери прилетит этот самый, вы знаете, что делать. Это значит, надо в РДД бежать. РДД стоят в кружке. Хилы стоят в кружке. Сейчас, блядь, силы. Так, вы там говорите, куда он летит, метеор, чтобы я танк реагировал нахуй. Как-то. А, там увидим. Ну, у меня только копыта, блять, видно. Он пока прилетает еще. Кто тактики не знает? Не, у него не лема нету. В смысле не знает, он бил, блять, уже 100 раз эту хуйню. Че, все? Подожди, идет. Уйдите назад, уйдите назад. Спекается и лада в кота, быстрее убьем. У нас РДДшников ШП, Лок и Хант. Остальные милики, это и сова, ДК, два кота и ретрик. 4 на 4, ДД. Один хила, да. В одного хила, что ли? Да, блять, в одного хила, блять. Сколько уже бьет? А тут нехуй хилить. Чего? Хотите, я могу вам его поставить так, что он вообще никого бить, да, не будет? Да все, забейте хуй, этот хилит шаман. Да, я в ФДК спекнусь, они просят ФДК, прям очень сильно. Да хоть в чё спекайся, только быстрее. Хоть, блять, в хуйню. Так, спекнулся. Переодевай, главное, да. Шмот. Шмот переодел. Все, ждем. Давайте, босса. Пока он обратно идет. Ждем босса. РДД на максимальном рейнже. Треугольника не вижу. Готовьтесь, дам отсчет. На счет 3 будешь пулять. Я посмотрю, как он подходит. Сейчас вроде идет. Угу. На счет 3. Это, на счет 2 пьем фласки, на счет 3 пуляем. Раз. Давайте. 2, 3. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Геру. Сейчас, секунду. Он нравится.
Да, конечно, прошлый рейд, когда я танчил, блядь, агроток не рвали нахуй, ребят. Что делать, хп одна? Оделись, убегать. Пиздец. Убегать надо. Убить. А куда убегать-то, блядь? Женёк опять не... космос. Я говорю, не помню, куда убегать. Вон, видишь, хуйня, которая слева от меня вот там Космополит, была? Космополит, ресы, бегать в РДД на. Не лево, ни хуя, в РДД ты бегаешь. В РДД? 30 рейндж метр. 30 метров рейндж. Бежишь в РДД за кружок. Все, запомнил? Так, что там, голем один мимо, да, улетит? Иди бей босса, хули ты дрочишься? Бля, космонавт, нахуй. Да, метеор летит. А, за жопу вам, Женёк, по-моему, да, убежал. Нормально. Беги резче. Не останавливайся. Обратно, босс. Да, раньше же как-то убегали. Когда одно хп стало, это значит скоро будет кольцо. Ты убегаешь за кружок. Кольцо на боссе кастанулось, бежишь бить босс. Вот вся твоя тактика. Дайте лап. А, у нас нету, да? Каску, лапу по ним обновить. Крики. Всю хуйню. Крик я дал. Видел, как артстайл делает, когда кольцо? Этот, если на нем нет дебафа, он ко мне придет. Съебываемся. Съебываемся в кружок. Отводи босса посередине, чтобы кружок был. Налево. Я не вижу, куда. Ну или направо. Не к этой хуйне, наоборот. РДД в кружок, сюда бежим. Так, все понял. Хуль там, бля, копыта эти. Бегите ебаные, сюда, не видно. Кружок встаньте. Еще проведи немножко. Блять. О, все, бля, где он? РДД, бейте его нахуй. Тут два голема нас зажало, блядь. Подведи его ближе к этой, по стене дальше проведи, чтобы мы доставали, мне не достаем. Шаману можно инер дать. А где шаману инер? Друиды, дайте ему инер. Женёк, не стой в огне, отведи немножко от огня, Женёк там не раздупляет. Вот, все, стой тут. Да ёб заебал он нахуй. Да я говорю, я на нем не был, блядь, год, наверное, если не два. Да не ты заебал, босс заебал залазить туда, нахуй. Я же не специально вот заставлю. И то раньше как-то за угол. Ай, блядь, да. Этот, нечаянно ресы. Встаем кружок немножко сюда. Не ресы. Нечаянно ресы. Женёк, работай. Прям убежал. Иди бей. Наноси ДПС. Ты ДПСишь. Да уже сдох 150 тысяч раз. Чё там по големам? Кто-нибудь смотрит? Нормально все. Быстрее до 30%. Потом, давайте, потом один хп не. Потом один хп не будет. Далеко. Уже. Далеко. Да, нормально. Все, забейте, башни. 5%, давайте. Блять. Да вот ебать, на. Отходите в кружок. Шаман сдох. Давайте, 3%. Давай, Элада, отбегай сюда, да. К РДД шаман, и резай шаман. 1%. Сейчас я скоро тебе гейм дам. Инеры все в шамана. Так, начинает больно бить. А в РДД зоне топоры. Или они сами по себе здесь? Похуй, просто так, захиливаются. Да. Все, бьем. Сейчас, если будет запирать, встаем так, чтобы на кольце отлетать в стену.
в босса встаем. Женек, решай там. Чтобы в огонь не отлетать. А можно перед лицом же уже встать, он же уже на один хп нам ставить не будет. Да пока место есть. Да пока место есть, ну. Там ориентируйтесь, следующий голем полетит. Сзади, сзади, все, сзади, встаем вот это в лицо босса. Блять, нихуя вообще, тут, блядь, совиная задница нахуй. Перед лицом только. Ты камеру разверни. Левой кнопкой. Голем, осторожно. Ох, не так, он душа, блядь. Пацаны, блядь, жались, жались. Женек вжался, вжался в босс. Что, блядь? На пульт, на... Агро проебал он. Добивайте лям изо всех сил. Отдай Геру по тем, кто резался, блядь. Да, я уже сдал. Так, мы с Женьком только резали. Давайте, добива. Шамана мана кончилась. Да это похуй уже. Опа! Воин, жрец, друид. Ой, топор, товарищи, топор. Наконец-то, блядь. Наконец-то. На армса одену топор, блядь. Блядь, вот еще плащ бы упал, который я хотел. Тоже нужен был. А у космополита что? Голова или перчатки? Космополит, у тебя какие куски? Мне ж никому не надо, я заберу себя на танка, нахуй. И он перчу. У него башка есть. А у нечаянно чё? Нечаянно два вроде куска, да? Нечаянно у тебя сколько? Два. Два. Ну, вроде на успехе. Ну, ладно, тогда давайте я заберу себе на танку. О! В ВЦ будет танк. Там заебись ШВ, кстати, апается. Да, ШВ. Да, ШВ. Жестокая ШВ Марсак. Портуемся в Даларан и быстро-быстро летим в ИК на Сумон, на камень. Быстренько. Всё, портуемся, давайте. И летим. Бля, ну отлично, все хорошо, прям пронеслись первого трая, блядь. Типа же как еще не дох. А что там второй рейд? Давайте резко в ИК летим. Если лок не успевает, локо сумоним. Так, сейчас расчехлю Т4. КД ИК, на другого перса заходи. Так, на танка нахуй. В смысле, 2 КД на ИК, что ли, или что у тебя? Замену ищи вместо себя, у Хаос спрашиваю, пускай замену ищи. Залупа какая-то. Нахуя вы на ИКД вешаете, если мы выходим? Угу. Давай быстренько замену ищи. Так. Как только замену находишь, говоришь, кто два, там, не пускай. Два предмета прок реванша дает на щит 3300. Неплохо. Там еще от сил атаки зависит, там, короче, постоянный у тебя будет поглот. Я в курсе. Это как будто триня, да, с этого, с Толгорода, блядь. Тоже 3300, а, 2200 она. Блять, нормально. Так, сейчас придется одеть какой-то. Бля, придется руки одеть. С этого. Чтобы бонус не терять. 232. Алло. Еще доспех на сопрот вкачали, вообще будет пизда. Саня. Терияки, хуяки. КД на два перса на ИК повешал, что за хуйня? Найдите замену, одно тело нам, ИК. Давай, зайду. Чисто крыс. Или ты зайди, или кто? Он, блядь, я думал второго перса, я говорю второго перса, он говорит на два перса. Все. Так, волшебник, я сейчас так вот сделаю. Ну да, это ты я долбил. Ты кем зайдешь? Ты петух Терияки, нахуй. Терияки, сука. Как так, два перса КД, блядь? Бля, вот ты прошли. Ну ты проще шеврайт, бля, кара ик, нахуй. У тебя, ну, на обоих КД. Ну, так не делайте, ебать.
Он на локи снайпер закрыл, не, похуй, он на хантинге. Так, а в смысле, я даже не ожидал, что ты меня возьмешь сюда, поэтому я и пошел их в первый день. Ладно, хуй с ним, это самое. Давай, ты на кого зайдешь? На хантам, на прости КД. Там из того рейда у рекаунта КД на Ики. Ну и конечно кадры нахуй, охуели с вас, тоже взяли и закрыли. Ну ладно, хуй с ним. Я тоже третий кидали, рейд, я думаю, ждал. Соберется, надеюсь. Надеюсь, соберется. Те что, закрыли уже? Ну четвертый рейд. Надо его стопудово собрать. На какой день мы еще не думали? Это... Я на вторник поставлю. Ага. Суманули локовый в инсте уже? Надеюсь. Я как ауга КК подлетел уже. Все, лок в инсте, ставим шкаф. А, я один с локом. А что за хуйня? Где все? Я внутри жду вас. Давайте, я тоже внутрь захожу. Че, я в Ульдуар полетел. Прикинь, я в Ульдуар полетел. Ну сейчас суманем, мне очкуй, блядь. Давай вам. Тебя в первую очередь, Женек. Засумайте, пожалуйста, я пойду в био, отбегу быстро. Да вон, слышь, этого, бля, возьмите, как его? Вара, который Мэри, Нэри, блядь. Нахуй я пойду, нужен, хотел... ты что, обкурился, что ли? Шинкел, здание. Нахуй он здесь нужен? Мне просто потом ВК во втором роде некий буду тип. Я там все соло затанчу. И ты думаешь, этот... Да не, но нахуй мне... нужен. Ну, он танк, нахуй он нужен? У нас вот танка в жопой жуй, блядь. А расставился угой. Так, а расставился угой. Суманил. Да нахуй нужен, блядь. Я хуй знает, как он играет еще, блядь. Такие мне до репы не хватило 4. 4. Отвечаю. Мне 11996. Надо было одного моба лишнего ставить. Все, космополита последнего. Даю фулбаф даю. Рыбу ставим. Так, Артстайл, скажи, ты Солянова затанчишь? Чтобы Ауга подамажил. Ты где там? Ну, это, протопалом попроще будет, у протовара сложности там, блядь, с агровой, со всей хуйней. Давай ты потанчишь первого босса. А чё, змей тоже он двоих затанчит один? Он, да, блядь, затанчит, конечно. Да, ну, бля, базара нет. А это кто? Ауга подамажит, Арсел потанчит, давайте, меняемся. Нет, не туда попали. О, на шинку звонят, ты будешь. Ага. Да. Алло, это шинка? О, на шинку звонят, блядь, говорят Людмиле какой-то, я думаю, что за хуйня происходит. Это на присутствие и запускаю. Здорово. Нажмите что-нибудь. Шинка готов. Шинка нажал. Шинка. Пошли, блядь. Крик всю хуйню, блядь, пока босс выходит. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Более достойный.